Добрый день, меня зовут Екатерина Макара, я менеджер отдела Public Address компании Aris. Ассортимент итальянского производителя RCF включает в себя различные типы громкоговорителей для решения задач музыкальной трансляции речевого оповещения. Это настенные громкоговорители, подвесные, встраиваемые, потолочные, широкополосные, звуковые прожекторы, колонны. Мы начинаем нашу серию видеороликов, посвященных настенным и встраиваемым в стены громкоговорителям. Сегодня я расскажу вам об абсолютной звезде линейки монитор. Это самые музыкальные колонки для систем оповещения. Модельный ряд монитор входит три модели двухполосных громкоговорителей: MR33T, MR44T и MR55. Корпуса всех трех моделей доступны в двух цветах – черном и белом. Две модели из трех, а именно MR33T и MR44T, могут работать как в низкоумном режиме, так и в режиме 100-вольтовой линии. А рабочую мощность громкоговорителей можно выбрать на задней панели. Модель 33T позволяет выбрать следующие значения: 1, 2,5, 5, 10 или 20 Вт в 100-вольтовом режиме, либо 30 Вт в низкоумном режиме. Для этого регулятор надо повернуть в режим байпас. Модель 44T позволяет выбрать следующее значение: 5, 10, 20, 30 или 40 Вт в 100-вольтовом режиме, либо же 60 Вт в низком омном. Третья и самая мощная модель линейки MR55 работает только в низкоумном режиме. Монитор имеет мощность 175 Вт и импеданс 4 Ом. Параметры мощности и варианты подключений у этого монитора не настраиваются. И подключение осуществляется с помощью винтовых зажимов. А у монитора 33 и 44 с помощью цветных пружинных зажимов, спрятанных под защитной пружинкой. Все мониторы линейки имеют особую шестиугольную форму, которая позволяет расположить колонки различными способами или объединить их в кластер. Бывает так, что только использование кластерной системы является единственным правильным вариантом озвучивания объекта. Возможность объединения в кластер – это очень важное конструктивное преимущество. Не у всех производителей есть такие модели. Для подвесного монтажа колонок серии монитор можно использовать кронштейн, идущий в комплекте. Кронштейн соответствует цвету колонок – черный или белый. Он позволяет ориентировать акустическую систему в пространстве, выбирать нужный угол наклона для обеспечения оптимального звучания. Если есть необходимость использовать другие варианты подвеса, то громкоговоритель можно крепить прямо за корпус. Он специально изготовлен из высокопрочной пластмассы. Для монтажа на корпусе предусмотрены 4 отверстия с резьбой М6, по одному на верхней и нижней части, а также 2 отверстия на задней панели, что позволяет подвесить колонки любым удобным способом. Специалисты отмечают отличное качество звучания, а также легкость и удобство монтажа громкоговорителей RCF серии монитор. С вами была Екатерина Макар. Спасибо за внимание.